Лимон, сегодня у нас, вы как видели, поняли по обзору, ну, по названию видео, у нас пришла новая посылка. Я ее уберу. Это Люцифер The End. Да, это не фейк. Это падло, вы сейчас узнаете. Ну, короче. От канала Baby Club UA я заказал у Евгения, ну, с канала Baby Club UA. Я мог его выиграть на турнире, но не получилось. Потом, оказывается, Евгений брал его с собой на турнир. То есть я видел, что у него есть он. Вижу, что у него, типа, он есть. Но я не додумался, типа. Я увидел, сколько у него там крутых деталей, которые мне надо было тогда. И я просто забыл. Я потом. Ну, я хоть думал, чтобы. Если не получится выиграть, то куплю у него. Ну что, готовы? Вау! Посмотри! Да ну, запакованный лаунчер даже. Офигеть. Ну, то есть я купил еще два лаунчера. И, короче, один из них запакованный даже. Офигенно. Вот такой красненький. Да, у меня сейчас есть с собой. Хороший, хочу сказать. И вот он. Люцифер. The End. Класс. Круто, круто, круто. Сейчас фокус. Вау, Лейн Ван Хава, Люцифер, The End, B175, Такара Томми, Супер Кинг. На задней стороне нам показывают сейчас фокус. Если бы фокус, мне еще не... Подождите. Извините, ребята. Вот, сзади показаны его детали. То, что он как трейдинг там, то есть можно ударяешь, а ему будет наплевать. Ну что? Я сейчас открою его. Ну, то есть, сейчас ножницы достану. Я куда-то их делаю уже, сейчас, секунду. Все, ребят, я нашел ножницы. А тут, и оказывается, тут открыто. Да. Ну что, давайте откроем его. Коробочку мы убираем. Детали я, кстати, все знаю, как они называются. Буклетик. Ух ты! Наклейки, смотрите, какие. Вот он. Люцифер The End. Так, давайте я распакую. Так, раз, два. Я вижу, какой он большой. Ё-моё. Так. Давайте вот тут где-то будем открывать потихонечку. Драйвер. Вау. Давайте так, сейчас все открою по порядочку. Все по порядку. Так. Коул. Диско. И сам сейчас мы сейчас откроем этого монстра. Ну уже открывайся. О, да. Открылся. Вот так, вот так. Так, это все прячем. Обратно в коробку. Потому что я так. Ну, я так коллекционирую просто. Так, это сюда. Раз, два, раз, два, три, четыре. Вот. Смотрим. Тут у меня, кстати, у меня появился новый Люцифер. Да. Новенький Люцифер. Я решил не снимать обзор, потому что... Ну, какой смысл? Я просто потащил вместе с ним. Так. Такие детали. Давайте начнем с драйвера. Драйв. Кол. Нет. Дрифт. Драйвер называется дрифт. Сейчас достану. Давайте. Вот обычный. Морбиус. А это дрифт. И, кстати, он лучше курится, чем... Ой, извините. И он лучше курится, чем вот этот. Ну вот. Он, кстати, немножко темнее, чем этот. Короче, такая Томми, все такое. Дискол. Такой ни у кого нету. Он, кстати, напоминает, как будто для Экскалибура сделан. Я так скажу. Ну... И вот он, Люцифер The End. Ё-моё, ребят. Неужели это... Ух, так, и еще раз вытаскивается, да? Еще раз надо давить. Да, вот. Чип Люци... Так, ё-моё. Чип Люцифера. Тут, типа, знаете, как мини-антибиоз, потому что действует, может, тут резина. На чипе специально сделано, чтобы он, ребят, я вам говорю, он сложнее курится. Ой, извините. Он здесь очень сложно. То есть, есть натура. То есть, эта штука работает.
Так, давайте я разберу быстренько с эффектчиком. Так, да блин, 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 блин. Опа. Он не снимается. Почему? Люцифер. Снимись. Оделся и не хочет сниматься. Все, снялся. Так, быстренько разберу его. Угу. Вот, давайте сравним два чипа его. То есть новый. Новый, ну, старый и новый. И, кстати, ну, все же это тяжелее, да. Я чувствую, тяжелее. The End. Основание The End. Оно очень классное. То есть оно, видите, крутится. Смысл, как собрать его, я сам еще не знаю. Но, по-моему, вот так. Подожди. Угу. Так. Вот так вот два раза. И вот, вот так вот он выглядит, по-моему. Да, вот так вот должен. Наклейки я чуть позже буду клеить на него. Так. Ой. Короче, вот. С помощью этих деталей, вот, когда, так, быстро давайте соберу. А, я, по-моему, вот так, и как-то прокрутить надо. Да, надо прокрутить, но я не хочу его так собирать, подождите. А, подожди, это получается... А, я понял вас. Я вас понял. Так, это вот так он должен вот так удержаться. Опа. И Люциферчик, мы сейчас тебя соберем. Вот. По-моему, так. По-моему. Ладно. Вот такой, короче, Люцифер. Блин, ну вот. Давайте его как-то соберем. Кстати, да, вот, вот как работает вот система. Когда Бэй разбирается, он начинает задвигаться об штуку эту. И вот так вот все. То есть, как-то щелчка должен... Ну вот, короче, выпадает, и он начинает крутиться. Кстати, я вам движу пружины эти механические. Так. Ну, как-то... Или нет? Подождите. Люциферчик. Люциферчик. Как ты собираешься? Так? Или... Не-не-нет. Так, вот так вот. Люцифер The End. Опа, готово. Ну что, давайте соберем его. А, я забыл, что надо сначала вот так. А, подожди, вот так. И, по-моему, пок... Вот, да. Вот, готов наш Люцифер The End. Cold, Drift Coal. Я его сейчас соберу быстро старого Люциферчика. О, кстати, мне приехал 10-го. Я его заказал 9-го, нет, 8-го. Он приехал не 10-го. Так, и его тоже быстренько соберем. И теперь у меня вся коллекция BF Lane Valhalla. Вот. Ну что, сейчас я, наверное, этот лавочек, ребят, наверное, все-таки отложу на другое видео. Хочу снять с ним целый ролик. Но этот будем тестировать, кстати. Будем, кстати, его запускать со ствола лавочек. Ну что, я ставлю арену, и мы начинаем. И мы, ну, я продолжу. Ну вот, теперь мы на арене. Теперь, кстати, смотрите, как черный бой и черная арена. Вот это повезло. Так, давайте первый запуск. 3, 2, 1, 3, 2. Я предупреждали, что он будет так дрифтить. Кстати, я хочу сейчас сделать небольшой тест лаунчера. Посмотрим, держит ли он... Это мой любимый лаунчер. Все. Этот лаунчер запускает First. First. И очень даже хорошо. Ладно. Стоп, а Гнарикан будет запускать? Просто для интереса. Тоже! Кстати, мне теперь Гнарик с диском эту First Урануса. Ну что, давайте, погнали. Люцифер The End. Кто его противники будут? У него будут противники, наверное, все Суперкинг. Ой, да, Суперкинг. Спаркинг. Давайте первый, Люцифера. Ага, я понял. Угу. Ну, это понятно было.
Опа. Чуть лимит брейк систем не сработал. Лимит брейк! Лимит брейк систем сработал. Класс. Круто. Это значит как-то... Ну, вот тут, знаете, мне надо еще с этим боем разбираться, хочу сказать. Он необычный. Хочу сказать. Люцифер поиграл. Давайте теперь... Тротуар. У-ху! Ничья. Ну уже, блин, этот бей... Брейк систем. Все же, ребят, это сложно его потом обратно собирать. Вот. С этим можно. А, я разобрал его случайно. Так, не разбирайся больше. Мне прошу, я тебе скажу. Не разбирайся. Не понимаю, почему у всех, я видел у иноземцев, ну так, ну, иностранцев, когда они запускают, они его, он начинает у них дрифтить. Я не понимаю, честно говорю. Все, я так поставлю я. Все, можешь сказать, нормально себя вести. Все, есть, готово. Люцифер The End и First. Ну, победил все две прошлые модели. Глайд. Вот это сейчас начнется. У-ху! Круто. Есть. Все, ну да, нет, все-таки он бывает гоняет, но это надо специально его надо учить, надо знать, как запускать его. Здесь, наверное, все-таки победа за глайдом. Мое мнение, тут победа за глайдом. И я прав. Да. Давайте я чуть запущу его посильнее, потому что это геймлаунчер. Так, давайте этот раунд не будет считаться все-таки. Он не будет держаться. Он не... Да ну, а что такое? Мне, короче, тут лаунчер не хочет кое-кого держать. А, нет, держит тоже. Так, давайте дальше. Ну что, продолжаем. Limit to break it. The end. Не, ну это было сложно одолеть. Все же. Этого глайдинг Рагнайка сложно одолеть. Мы на электроволе слишком сильно зацепились. Все, давайте последний битв с электроволом. Все, и мы дальше берем. Что у нас дальше? О, Кёрт Сатан, например, идет дальше. Все, глайд ему не победить. Все, я понял. Сатан. Если он сейчас поиграться в тумбу, я буду в ахере. Не, слава богу. Да. Я тебя прошу, держись! Держись, братан! Тут ничья вроде как была. Ничья с сатаном. Это унизительно немножко, мне кажется.
Все, это за ним. За Люцифер. Кстати, еще один удар мог бы активировать Limit Break System. Tempest. What the f... Come on! Люци! Ну да, темп немножко сложный, ботинг для тебя все-таки, я согласен. Все, тут победа с ним. Угу. Давай. Счет 1-1. Счет уже 1-1. Кто котлету убил? А, Темпес выиграл. Ладно. Победил Темпес. На победу тут 3-2. Но все равно в его пользу. Пока идет счет. Глайд. Ой, Дрей. Мираж Фафни. Давай, давай, Люцифер. Молодец, Люцифер. Молодец. Красавчик. Он красавчик. Победил, молодец. Дальше. Брайв. Валькири. Что? Что? Как? 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 Вот так. Как? Не, это проигрыш, все. Супер хайпели, он дальше идет. Так, лимит брейк. Лимит брейк. Лимитер брейк систем. Сработал. Как там говорят? Лимитер брейк. The end? Так, интересненько. Вот это сюда. Блин, ну давай же, давай же. Он не хочет собираться под люку. Под люка соберись. Ты будешь собираться или нет? Готов. Снимай, можно сойти с ума, я так скажу. Нет! Нет! Люцифер, ты что творишь? Нельзя тебе вылетать! Жестко! Это было жестко! Или метабр... Опять? Мне опять тебя мучиться с тобой, Люцифер. Готово. Все, знаю. Все, Хайперин проиграл. Райч Лонгинус. Все! Люцифер, прости, но мне кажется, тебе сейчас ГГ будет.
как я и сказал. Я Ванга, ребят, я Ванга. Сказал, что мы ГГ будет. Вот мы ГГ наступило. Видите, я говорю, что ему ГГ будет. Лонгинус, да, еще раз тебя спасибо. Давай, Люцифер! Limit to break the end! Нет, тут переход на Люцифера. Если я выкопал. Почему я уверен? Потому что я уверен. Я сказал, что он выиграет. Кстати, сколько ему... Не, один шелчок снялся. Окей. Блин, ладно. Лонгиус выиграл. Кинг Галиус остался. Ну, перед тем, как его главного соперника мы запустим, будет Кинг Галиус. Блин, я хочу вас покрасить этот лаунчер, но нет, я хочу его оставить на такое видео. Давай. Выиграл наш Люцифер. The End. Вроде как Гелиот Куис. Интересно, кто еще тоже сейчас выиграет между ним? И кто из них выиграет? Победа за... Люцифер, The End. Бриган! Ваш Сприган. Вот в фильме он взорвался. Он его взорвал на 10-й попытке. В принципе, кстати, ребят, я когда тестировал Люцифера, вот, ну, теперь у меня в закрытом таком положении, он взорвал ворон. То есть они вот так гоняли, и вот тут он его вот так ударил, и он взорвался. Я таком был в ахере, честно скажу. Люцифер, пожалуйста, уничтожь его. Взорви, я хочу контент. Мне нужен контент. Это мой контент. Так, давай. Ваш слэш. Не, ладно. Гошу. Limit to break. The end. Я смотрю, как запускаю. Надо сейчас кое-что взять. Вот он. Два мои лаунчера. Сейчас кто-то сейчас погоняет у меня. Вот сейчас будет... сейчас будет битва на скорости. Стоять. Я не понял, подожди. Это что такое? Так, готово. И погнали. Ну блин, я думал, ты сейчас погоняешь с ним. Не получился, не получился скорость. Короче, будет отдельный ролик между ними битва. Все, выиграл Вардс Приган. Удивительно. Как ты выиграл, подлюка? Как ты это сделал? Видите, он не хочет гонять. Почему ты не хочешь гонять? Пошел, гоню, пошел. Давай. Хотя бы один раз выкинь его.
Ладно. С ним будет отдельный бой. Но он сегодня взорвал Валькирию. Короче, вот такой у нас был обзор и тест Люцифера The End. Кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Анатолий Лимон. Всем удачи. Всем пока.